Просто, наверное, вот с кем, а вот с ней точек пересечения-то общих вообще никогда не было. Ну, как мы познакомились, это вообще вопрос очень сильно такой мистический, наверное. Познакомились у моего знакомого продавца. Так скажем, я покупала овощи, а он туда привез свою продукцию. Всем своим видом давал и дал понять, что надо как бы мне номерочек-то оставить в обязательном порядке. Потому что в следующий раз мы оба туда пришли только для того, чтобы увидеть друг друга. Причем я специально написала свой номер на бумажке. Причем я целенаправленно ждал этот номер телефона. Позвонил, встретились, какие-то там позавтракали, что-то там ужинали, скорее. Я говорю, если бы не эта палатка, ничего бы не было на самом деле. Предложение Слава мне сделал уже после довольно долгого пути вместе. Свадьба – это вообще вещь серьезная. Тут можно говорить долго, причем пол-литра будет мало. То есть моя идея была, собственно, свадьба. Слава сказал, что считает меня уже давно своей женой, и, собственно говоря, ему хоть сейчас в ЗАГС. Сегодня я хочу это. А вот, может, позавчера я еще не хотел. Потом он сделал мне предложение, собственно говоря, и мы подали заявление. Как-то все было спонтанно. Первое, наверное, искренность. Я его воспринимаю как защитника. Для меня это очень важно. Честность. Порядочность. Добрый, несмотря на внешнюю жесткость. Амбициозность, упрямство. Хотя эту доброту в нем пришлось очень долго открывать. Иной раз, конечно, она мне прям... Я не знаю, чем бы ее прям шлепнуть таким тяжелым, чтобы она это, справилась от этого. Иной раз мне в этом нравится. Тролли, они как лук. Слой за слоем. Так вот, мне этого тролля пришлось слой за слоем раскрывать до тех пор, пока я не поняла, кто он есть на самом деле. Наверное, мы с тобой это видео снимаем для нас двоих, а не для кого-то еще. Как бы, знаешь, я тебе так скажу, не сложилась наша жизнь. Вместе мы будем, может, какие-то условия случаются, что мы в него рось. Знаю одно, что сегодня, 3 июня 2016 года, я тебя очень сильно люблю. Может, конечно, не всегда об этом говорю, показываю это как-то. Стараюсь проявить, но ты знаешь об этом, что это действительно так.